Дорогие друзья и зрители нашего канала, сегодня будет необычный обзор. Вы будете максимально шокированы. Начнем отсюда. Начнем нестандартно, с рабочей зоны. Ставим, присаживаемся. Итак, семья, всем привет! Это Сочи, Краснодарский край. С вами Дмитрий Александрович, лучший самопровозглашенный консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Слушайте, ребята, насколько здесь круто, дорого, комфортно, вы даже себе представить не можете. Если вы попадете сюда реально вживую, во всю эту атмосферу, вы будете шокированы, вы ахнете, вы восхититесь, вы, даже непривычно, вы насладитесь и так далее, потому что просто уникальный интерьер. Вы знаете, вот я хочу сказать так, что сейчас 100% при просмотре данного видеоролика наша команда разделится, так сказать, на два лагеря. Первый лагерь скажет: Дмитрий Александрович, это очень-очень круто. А второй скажет: фу, что за ремонт, там, да, историческая какая-то непонятная ситуация и так далее. Смотрите, я вам хочу сказать так, что мне в 43 года абсолютно все это подходит. Да, возможно, Екатерина Андреевна что-то бы поменяла, там, по тонам и так далее, но лично мне абсолютно все подходит. Знаете, в чем я проникся? Значит, чтобы вы понимали, собственники, да, абсолютно все от начала до конца приобретали. Реально, вот помните, были времена, когда вот все надо было покупать в Италии, это считалось очень престижно, дорого, богато. Это действительно было очень дорого, и вот, не кажется, я мог это все позволить, да? Я хочу сказать, что когда ты ходишь и когда ты смотришь на эти вещи, ты понимаешь реально их стоимость. То есть, находясь вблизи непосредственно и имея возможность вот дотронуться до всего этого, ты понимаешь, что это реально дорого. Дорого. И весь этот интерьер, он реально дорогой. Ремонт продуман до мелочей. Квартира, статусом квартира, очень большая, ибо она 175 квадратных метров. Ну, какими видами панорамнейшими на море вы сейчас прекрасно увидите. Дом абсолютно законный, статусом квартира, находится на курортном проспекте, рядом с Сан-Сити, рядом непосредственно с Актер Гэлакси. Много резиденций в окружении знаменитейших людей, виды на море, на зелень, на потрясающую инфраструктуру, очень все круто. И цена. Вот кто искал у меня большие квартиры, а это неоднократно обращались, ну реально многие из наших подписчиков там или просто мимо проходящих людей, кто искал большие квартиры за хорошие деньги, это вот самое время приехать и приобрести. Эта квартира находится на Авито, можете посмотреть, она выставлена за 75 миллионов рублей. Но я всегда говорю, что вы получите от Дмитрия Александровича лучшие условия и лучшие деньги и так далее. Потому что я общаюсь напрямую с собственниками, и всегда мы для вас сделаем лучшие условия, чтобы вам было комфортно и недвижимость не застаивалась и так далее. Цена на сегодняшний день от меня 65 миллионов рублей за 175 квадратных, мать его, метров с идеальным итальянским, по меркам Италии, это стопудово дизайнерский ремонт. Мне здесь очень понравилось. Я переворачиваю камеру, и мы с вами продолжим наше гангстерское путешествие по этой квартире. Просто я, знаете, меня все время ругают, что я, значит, резко вожу камеру. Вы просто должны обратить внимание на все это вживую. Я вам точно говорю. И вы, ну, не, может, не все из вас, но большинство из вас реально кайфанут от всего увиденного. Это у нас получается, скажем так, родительская спальня, как я понял. И, соответственно, она у нас отдельно с выделенным зоном вот, для работы. Да, там уже есть работа женщина, мужчина, кабинет там и так далее. Своя определенная библиотека. Виды из этой спальни, так как здесь везде по периметру панорамные окна, открываются непосредственно на зелень. Посмотрите, рядом никаких подпорных стен, никаких домов. То есть зелень и точка, господа. Очень и очень комфортно, тишина, спокойствие. Вот, обратите внимание, камеру специально вытаскиваю в окно, чтобы вы посмотрели, полюбовались. Отсюда видно резиденцию нескольких популярных людей нашего государства, но мы сейчас об этом не будем. Так, что дальше? Двухспальная кровать. На полу, как вы видите, паркетная доска. В общем, друзья, знаете, я лучше здесь даже, может быть, ничего не буду говорить. Вы просто посмотрите и, в принципе, сделайте свои выводы самостоятельно. Кто-то напишет комментарий: это ужасно, кто-то напишет: это прекрасно. Вы видите, какие потолки, да, у нас. Я сначала зашел и думал, что просто зеркало для того, чтобы на себя посмотреть, так сказать, на себя красивую. Потом такой думаю: ну, ручка здесь же не просто так. Таран,
Таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. И за эту гардеробную вам скажет спасибо ваша любимая женщина. Да что любимая женщина? Ксения Анатольевна Собчак позавидовала бы этой гардеробной, дорогие друзья. Потому что она очень крутая. Здесь ваша любимая. Да и вы, в принципе, разместите много что интересного. 100%. Это круто. Значит, у нас, кстати, системы, значит, вентиляции здесь профессионально установлены. И вот я еще кое-что нашел. Но, если честно, ну не могу пока разобраться, что это. Напишите в комментариях. Вот сейчас я в любом случае уточню у собственника. В каждой комнате вот такая вот система здесь. Может быть, я вот думаю, мама таким вот образом зовет всех, что называется, по системе оповещения, всех зовет на обед, на ужин и так далее. Так, ну, в общем, здесь вы все рассмотрели, да? Что у нас есть в вашей, собственно говоря, комнате. Хорошо, если все, давайте продолжим нестандартно. Пойдем дальше. Прошу обратить внимание, какая отделка в коридоре, соответственно, по стенам. С этой стороны я вот долго думал, хотел понимать, что это и как это было сделано, но до конца, честно, не сообразил. Я начинал думать сначала, что это какие-то обои, потом думаю, да какие же это обои, господи, это какая-то штукатурка и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, это нужно вживую все ценить. Я так понимаю, что, наверное, с Италией и мастеров, собственно говоря, тоже приглашали здесь люди. Смотрите, комната принцессы. Комната принцессы со своим гардеробным шкафчиком, посмотрите, со своим туалетным столиком, со своим тут звездным небом и так далее и тому подобное. Комната вашей принцессы. Если, в принципе, у вас не девочка, а мальчик, ничего страшного, переделайте эту всю историю под комнату принца, дорогие друзья. Вот, также здесь, вы понимаете, да, детская рабочая зона. То есть все то же самое и система вентиляции, про которую я вам уже говорил. То есть все то же самое, как и у вас. Плюс как бы вот такое вот раскладное кресло. Ну, в общем, вот такая вот аккуратненькая комната принцессы. Со своей рабочей зоной и также шикарными видами, собственно говоря, на зелень. Так, здесь тоже, вы видите, вот здесь вот выведено здесь. Ну-ка, наблюдайте. Давайте, профессионал, напишите в комментариях, пожалуйста, как это работает. Хорошо, что еще у нас здесь есть? Вы думаете, на этом все? Скажите, Дмитрий Александрович, а где же эти были, собственно говоря, 175 квадратных метров? Кстати, обратите ваше внимание на полотно. Вот я вам хочу сказать, что сколько я дверей не видел, я хочу сказать, что вот здесь конкретно, потрогав эти двери, эту фурнитуру, я понял, что это действительно дорого и чисто по-итальянски. Это такая, может быть, гостевая спальня, да, тоже с определенными предметами интерьера, какими-то картинами, здесь, соответственно, бра и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вот таким вот образом здесь все выглядит. Аккуратненько, стильненько, дорогие друзья. Ну, двери – это отдельная история, конечно. Да, тоже с определенными системами. Вот такая вот комната у нас тоже здесь имеется. По всему периметру, чтобы вы понимали, у нас уложен керамогранит. Еще раз говорю, то есть люди были заморочены этой историей итальянской, вот поэтому, собственно говоря, все материалы были привезены непосредственно оттуда. И по всему периметру теплые полы от двухконтурного газового котла. Так, это у нас один из санузлов тоже здесь есть, имеется. Хочу вам медленно, спокойненько показать, чтобы вы видели, вот я зашел. Сейчас автоматически как бы включился свет. Все необходимое для жизни. И здесь вот аккуратно за зеркалом, вот таким вот образом, прячется у нас стиральная машинка. Ну и еще можете здесь поставить в эти определенные ниши что-то, так сказать, по бытовому назначению, типа там химии и так далее и тому подобное. Вот. У нас есть еще ванная комната. Это просто у нас гостевой санузел. Мы попадаем с вами дальше, соответственно, рядышком еще зона прихожей с гардеробным шкафом. Сейчас я его закрою. Здесь масса секций для того, чтобы вы могли разместить, так сказать, свои вещи, раздеться, разуться. Шикарная. Она достаточно такая, ну, вот, вы видите, по пространству открытая, свободная. То есть прихожая, где можно спокойно прийти, раздеться, разуться и так далее. И вы, соответственно, попадаете еще здесь дополнительно в ванную комнату. Здесь уже, знаете, вот любая семья, у которых есть, понятно, дети и так далее, они будут, дорогие друзья, рады, что раковины две. Зеркало такое достаточно просторное, шикарная душевая кабина и, конечно же, ванна, джакузи, чему будет благодарна любая женщина. Вот, поэтому вот можете, соответственно, тут посмотреть на бренды. Сейчас, секундочку, кто разбирается, пожалуйста, секунду. Вот, значит, на бренды определенные, которые здесь вот вас, так сказать, будут встречать и так далее.
вот, в этой квартире. Друзья, ну, бесспорно, вот 100%, ну, это вообще какой-то... Это какой-то интересный ретро-стиль. Дизайнеры, я думаю, что вот эти все вещи, они прям... Ну, вот у меня сестра, допустим, работает дизайнером в Москве, она бы кайфовала от всего этого. Это миллион процентов. Миллион процентов. Вот. Так, ну, в общем, вот такая вот история. Вот такая вот история у нас с ванной комнатой, дорогие друзья. Что еще вам показать? Изюминку. Изюминку на торте. А изюминка на торте у нас является, конечно же, кухня-гостиная, где еще выделено определенное пространство. Может быть, даже давайте, знаете как, начнем именно с этого непосредственно пространства, я вам покажу. То есть вот во всей кухне-гостиной здесь вот выделено вот за стеклянной перегородкой такая комната. Ну, можно тут, знаете, проводить время, так сказать, самостоятельно, либо с психологом, присаживаться и беседовать, собственно говоря, о жизни, либо просто, значит, соответственно, не знаю, выделить здесь какую-то зону для релакса, для любимой или для себя любимого. Вот, система, еще раз говорю, вентиляция по всему абсолютно дому. Вот такая зона здесь имеется. И, конечно же, вот это огромное пространство, это самый какой-то вот прям лакшери момент в этой квартире. Это у нас получается, дорогие друзья, кухня-гостиная. Со своей рабочей зоной, со своим островом, со своим камином. Ну, в общем, красота неописуемая. Высоченные потолки в частоте, наверное, 3,20 минимум. Разного уровня здесь свет есть. Я не все, если честно, подключал. Вот приедете, мы все с вами кнопки вместе понажимаем, изучим и так далее. Ну, вот эта вся история, что вы видите, это 100%, абсолютно 100%, это вся история вот эта. Если вы любители вот этой итальянской темы, то это, да, это ваша история. С этой стороны вот всякие тут для вина, здесь присели, соответственно, выведены всякие там розеточки дополнительно, раковина, с этой стороны у нас посудомоечная машина, да, вы видите все прекрасно, каких брендов все это, вся эта история. Вот, и здесь как бы рабочая зона, также здесь спрятался тот двухконтурный газовый котел, про который я вам, соответственно, говорил, дорогие друзья. И, собственно говоря, вот так вот выглядит кухонная зона. Вся она в полном, так сказать, порядке, вся она полностью рабочая. Все абсолютно здесь как бы на доводчиках, еще раз говорю, дорогущая фурнитура. Всякие печи здесь какие-то есть, вот каким-то образом устроенные, как бы, для запекания, я так понимаю. Ну и холодильник, морозильник, обеденная зона. Это тоже вот диван оттуда, все привезенная мебель. Ну и, конечно же, изюминка является... Дорогие друзья, вот посмотрите, вот вы сидите утром, вечером, пьете кофе, чай и так далее. Везде, кстати, удобно, вот выведены розеточки, вот везде абсолютно так вот обратил внимание своим профессиональным взглядом, что везде это все повыведено. Очень красиво выглядит паркетная доска. И вот, конечно же, эта шикарная панорама на море, которая открывается буквально отовсюду. Буквально отовсюду. С одной части квартиры это зелень, а с другой... части квартиры это море. Посмотрите. И уж вы должны понимать, что вот эти виды, дорогие друзья, вам никто и никогда не перекроет. Да? Ну, это надо просто понимать. Вот ваш дорогой любимый Сан-Сити, в котором мы тоже продаем квартиры. И вы прекрасно знаете, какие там цены, да, за квадратный метр. Вот вам ваш любимый актер Galaxy, где у нас, так сказать, даже вот несколько наших подписчиков продают. Мы продаем там, у нас есть там и черновые еще остались, и с ремонтом. Причем самая лучшая цена в актере, которая есть, она есть у нас. Это мой вот товарищ продает, да, из Краснодара. И вот посмотрите, пожалуйста, какая панорама. Сегодня немножечко затянул, поэтому вот мы сейчас Адлер не видим с вами. Да, вы его не видите, как бы, да, но он есть там на видео, на самом деле. Он есть, просто сегодня вот не лучшие, так сказать, видовые характеристики. Но я думаю, что, в принципе, само море вы должны видеть. И пешая доступность до курортного проспекта. Ниже у нас, соответственно, налоговая. Ниже у нас, соответственно, Хостинский суд. Все у нас, это административное здание. Все у нас, дорогие друзья, непосредственно здесь находится. Вот. Парковочные места внизу. Дополнительно, если не хватило кому-то, приехали гости, значит, к вам приехали в гости, значит, дополнительная, пожалуйста, здесь платная парковка имеется. Вот, ну, в общем, вот, еще раз говорю, обратите внимание, на самое сладенькое, это видовые характеристики. Там у нас внизу пару кафешек находится, и, соответственно, там масса там всяких юридических там отделов, там, ну, там можно распечатать документы и так далее, и тому подобное, если это у вас как-то связано с вашей профессией. Дорогие друзья, я думаю, на этом, так сказать, стоит подытожить
спуститься вниз, я покажу вам просто, как выглядит фасад дома. Да и, в принципе, мы на этом, собственно говоря, закончим, чтобы вы понимали, как выглядит фасад дома. А на внутреннем, так сказать, интерьере мы закончим. Я вам точно говорю, что я не знаю, как это будет смотреться на видеоформате, но знаете, что вы прочувствуете при живом просмотре? Вы прочувствуете качество этой истории на самом деле. Пространство, объем. Я 100% знаю, что те люди, которые у нас искали большую площадь в городе Сочи, они реально испытают наслаждение при просмотре. Я всех приглашаю на просмотр этой квартиры вживую. Жду вас, дорогие друзья. Вы не пожалеете. Это очень и очень крутая цена за эту площадь. Еще раз подчеркну, 175 квадратных метров статусом квартира в абсолютно, ну понятно, законном доме на всех центральных коммуникациях, да, со своим газовым отоплением за 65 миллионов рублей. То есть я вам даю цену дешевле, чем фактически сейчас ее продают собственники там, так сказать, на Авито. Да? Вот. Ну, мы потому что связались, мы приняли решение, что да, мы продаем. И как бы какая была бы комфортная цена, спросили, для того, чтобы эта квартира была реализована в ближайшие сроки, я эту цену озвучил. Вот. Поэтому жду всех вас на просмотры. С огромным удовольствием буду вам это показывать. Нет, интересно. Нет, на самом деле, правда, может быть, кто-то скажет, там, типа, там, не мое, колхоз и так далее. Но я уверен, что 100% как бы ценители вот данного интерьера 100% найдутся, и вы испытаете поистине наслаждение. Все, пойдемте на улицу, покажу, как выглядит фасад дома. Ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, можно и подытожить. Вот таким вот образом выглядит у нас фасад. Посмотрите, пожалуйста, данного дома. Вы видите, да, что все на видеонаблюдении по всему абсолютно периметру. В этом плане все комфортно, все по шлагбаум, заезды. Тут рядом у нас управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю. Поэтому все в максимальной безопасности, что называется, здесь. И вот таким вот образом у нас выглядит сам фасад. Квартира у нас находится на 8 этаже, поэтому еще раз говорю, приезжайте на просмотр, вы не разочаруетесь. Я думаю, на этом стоит и подытожить, да? В конце видео все-таки вам напоминаю, что с вами был Дмитрий Александрович, ваш покорный слуга, консультант по подбору недвижимости, низкий вам поклон, дорогие друзья. И, конечно же, не забывайте, пожалуйста, что если вам нужен ремонт в городе Сочи, квартиры, дома, жилого помещения, вашего апартамента, то, пожалуйста, обращайтесь, в течение 3 месяцев под ключ мы сделаем ремонт нашей компании лучшего качества за лучшие деньги в городе Сочи. Если вы надумали, так сказать, построить дом, то средства капитальных монолитных домов на своих, это тоже Дмитрий Александрович, мы своей командой с огромным удовольствием построим дом. Все этапы будем снимать на видео, вам докладывать, разрешите выкладывать в YouTube пространство, будем выкладывать, соответственно, во все паблики и так далее. Нет, будем присылать лично вам в WhatsApp и Telegram, дорогие друзья. Доверительное управление, это когда у вас уже есть великолепная квартира с ремонтом, вы набираете нам, мы заключаем с вами договор, с нас реклама, продвижение, с нас уборка, клининг, с вас, дорогие друзья, получение денежных средств, с нас мелкий ремонт, и мы полностью следим за вашей квартирой, и по договору мы работаем как при строительстве домов, как при ремонте, как при доверительном управлении, так же, как и при покупке и при продаже недвижимости. Если вы в городе Сочи что-то продаете, это что-то в цене рынка, ниже рынка, вы набираете по номеру телефона, который всегда видите в левом нижнем углу экрана, и говорите: Дмитрий Александрович, дорогой, нам нужно что-то продать. Я приезжаю на место, оцениваем, общаемся, находим общий язык по цене, подписываем договор, жмем руки, я продаю. 2-3 месяца вашей недвижимости у вас больше не будет, дорогие друзья. Если вам нужно что-то купить в городе Сочи, набираете и говорите: нам застройщик дал за квартиру цену 30 миллионов рублей. Получайте от меня 28,5 миллиона, скидку 1,5 миллиона, рассрочку и так далее. Лучше льготные условия, не спрашивайте как, я волшебник, это правда. В большинстве случаев, в 99% случаев своим клиентам я помогаю. Если вы бежите от 5 миллионов рублей до бесконечности, напишите, пожалуйста, мне на WhatsApp или позвоните просто по телефону, скажите: Дмитрий Александрович, мы хотим купить себе студию, квартиру, однушку, первичку, вторичное жилье с ремонтом, без ремонта, дом, участок и так далее и тому подобное. Все ваши амбиции и все ваши пожелания мы 100% реализуем. Сразу же, через 5 минут вам будет выслано во все ваши, так сказать, ну, мессенджеры, которым вы пользуетесь, допустим, WhatsApp, фото и видеоматериал, вы выберете себе объект, приедете сюда, встретим в аэропорту, разместим, покатаем, все будет максимально чинно и благородно, и вам максимально понравится. Технически я сопровождаю любую сделку, довожу ее до логического завершения, с меня гарантия юридической чистоты. Я вас всех обнял, всегда для вас на связи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и тогда вам будет приходить уведомление о следующих видеороликах, дорогие друзья. Всем желаю счастья, здоровья, любви. Если есть желание следить за новостями в социальных сетях, то Инстаграм, ВК, Телеграм-каналы, Рутубы, Ютубы, Яндекс.Зены и так далее в описании под каждым роликом. Подписываемся и следим там. Там еще много личного. Я вас всех обнял. Говорю вам всем пока-пока. Вы думаете, я закончу это видео видом на этот фасад? Да нет, конечно. Я закончу это все видом на бамбуковую рощу. Я вас всех обнял. Пока-пока.